Ходил в тренажерный зал, это вообще не мое, мне не нравится. Мне кажется, это какое-то издевательство над своим организмом. Я всегда приходил в тренажерный зал, и там эти мужики лежат и такие... Я думаю, бля, может ты просто полегче возьмешь, а? Ну, не твой уровень, по-моему, братишка. Ты кричишь. Ну, в тренажерном зале же вся философия основана на преодолении себя, да? Там тренер всегда говорит, если ты больше не можешь, сделай еще 5 раз. И эти 5 раз принесут результат. Бля, я же сказал, не могу больше. Я до этого 2 сделал. Еще 5? Ты... Ну, в йоге философия вообще обратная. Там говорят, если ты больше не можешь, лежи, блядь. Потом сможешь. Ну или не сможешь. Кого ебет? Ты один дома на кухне ходил в тренажер.